Школьники рассказали о своих увлечениях в видеороликах. В 619-й школе прошел 4-й телефестиваль «Стоп, снято». В этом году тема конкурса «Я такой» школьникам предложили снять о своих хобби, увлечениях и мечтах небольшое видео. Нестандартные подходы к работе только приветствуются, поэтому Дарья Евстафьева не стала снимать новый клип, а собрала самые интересные кадры со смартфонов всей семьи. Было довольно сложно с монтажом, потому что я, в принципе, с компьютером не очень лажу. И мне кажется, что моя работа достойна этого конкурса. Жюри оценивало мини-фильмы по 5 критериям. Главное – замысел его воплощения, эмоциональное воздействие и музыкальное оформление. Мы предложили им попробовать снимать свое какое-то, пусть небольшое, пусть пока шуточное, пусть игровое, совсем детское кино, и предложить посмотреть на это профессионалам, чтобы, может быть, дать им какие-то советы. Изначально конкурс проводили только среди учеников Калининского. 2 года назад телефестиваль расширил географию. В этот раз короткометражки прислали из 3 районов города. Но организаторы приглашают к участию юных режиссеров со всего Петербурга.